Забегать клоуны. Что тут на стену нельзя так забраться? Что, на стену нельзя залезть, да. Вот здесь как раз снимал, то есть. Я же ну все, ясно. О боже мой! О боже мой! Ну мы запомнили челиков. Ну что, это пиздец. Это Кузан или кто? Какой смысл? А кто кинул этот коктейль, ну? Хейзга, говна дам, короче, что там че. Давайте подгоревший ряд, садитесь уже. Чё мне надо охотника за головами отстрелить? Капец. Я скриншот красивый сделал. Капец. Полный театр трупов. Полный театр горящих клоунов. Да. Горячие представления. А чё, сесть-то можно тут? Теперь да, как-то. Интерьер. Сори. Очень дикий запад. Всем привет. Что за нашествие бандитов? Почему ты нажимаешь? Да, вплотную можно садиться, нормально. Чё? Офигенно, крестанин. Я не могу назвать. Есть, сесть нельзя, потому что это тело. Можно, можно. Подходите вплотную к креслу и прожимайте вверх. Посвечивается взять тело, потому что рядом тело. Театр испортили, подожгли весь театр. Да, когда тебя тащили на лосо, это было вообще... Я тебе помогу тут ещё одно. Это было вообще смешно. Типичный разговор клоуна. Давай помогу тебе тело вынести. Взрыв большой. Смотрите, сейчас взорвется. Нет, собрать его нельзя, поджигать не надо. А как голос его запоминайте преступника. Бля, кто-то ходит, садится, нечаянно подожжет. Да, короче... О боже мой. Вот... Запомнили, вот кто закладывал, а кто под... Ну, Арчибальд, наверное, случайно, потому что хотел сесть. А вот закладывал-то этот, как его? У него ник на букву G начинался. Я случайно поджёг, когда пытался сесть. Как это можно делать? Ну, только уселись, какого хрена вообще творится? Тела сидят. Ну, это там, наверное, тело очень много. Ох, ничего себе здесь. Возьму домой, мне нравится он, симпатичный. Смотри, как они сидят. Да. Сцену закоптило просто. Как будто пьяные, да, глянь? Закоптило сцену. Блять, теперь их выносить всех надо, но я... Да пусть уже лежат, это так, просто интерьер. Массовка. Нормально сели. Между них попробовать сесть. Так, каждый асфальт не вынес. Мне нравится, когда дед сидит так. Почему-то я не умирал. Это декорация. Да? Серьезно, глянь, Диза. Сидит так. У тебя лучше, спокойнее. Костюм у меня лучше, да? Клоуны гробовщики. Спасибо. Прикольно. О, мой труп несут. А вон кто-то реально прилег поспать. Приунел. Приунел. Так, блин, я где-то... Ну зачем он так хорошо сидел? Нет, так он... Пробка, я так... Спасибо. Господи. Капец. Ай, капец. Делаем первый места. Это надо. Клоуны-уборщики. Короче, поминаем клоунов. Это, конечно, пока залез в такое. Клоуны-террористы. Зажгите свечи, да? О, да, 12 FPS. Откуда я туда выходить? Я обратно пойду в театр. О, отлично, 30-ка прям вообще. 15 FPS, жесть. Лучше отойти, наверное. У меня 10 FPS, ты чё? Жестко просела. Да, тут из-за того, что рэгдолл у модели, поэтому так вообще жестко. Потому что фонариков, это из-за фонариков. В прошлый раз, когда на поезде фонари включили, меня вот накинуло. В общем, один клоун минус один FPS. Как думаешь, Рокки Мексику делают? Как думаешь, Рокки Мексику делают? Не знаю. Мне кажется, нет. Давайте это сожжем трупы. Сырник. Отойдите, если сожжать, чтобы не загореть. Отойдите, я сейчас их буду подливать, да, чтобы просто никто не загорелся. Превратим их в прах, пусть он развеется по ветру. Пока стоит. Завали гавку. Да.
кидай, кидай. Да не, не, кидайте. Он, нет, стой. Те все, кто у вас полный? Да, они самогон заливают. Молот. А, молот. Отойдите. Да, кидай молот, чтоб разгорелось. Отойдите, там кто-то стоит в куче. Блин, кто стреляет? Давай. А лука, отойди. Да кидай, блядь, я загорю. Полицейский нас. Это пугало. Это травма такая. Живое пугало, нормально. Блин, ну динамит... А, это бочка была взорвана. Я полицейский.